Сборная России по хоккею стала чемпионом мира. Вся страна накануне внимательно следила за баталиями на ледовой арене. Ночь после победы выдалась бессонной, в том числе и в Саратове. Как праздновали победу жители нашего города, увидел Сергей Пономарев. Первые болельщики потянулись в спортбары задолго до начала матча. Все предрекали крупную победу нашей сборной, ведь на этом чемпионате мира россияне выиграли все матчи группового этапа и плей-офф. Россия! Сборная России однозначно она должна выигрывать, ну, со счетом примерно 5-1, 5-2. По силе, по кадрам, по тем игрокам, которые у нас есть. Значит, ну, игра, в принципе, непредсказуема. Это чем спорт у нас интересен, что результат может быть непредсказуем. Начало матча заставило изрядно поволноваться болельщиков сборной России. На первой же минуте счет открыли словаки. Но на перерыв команды ушли при равном счете, а во втором периоде россияне забили 3 безответные шайбы, в итоге 4-1. Большинство фанатов уже было уверено в победе нашей сборной. Последние минуты третьего периода болельщики встречали стоя. Лучший бомбардир турнира Евгений Малкин оформил окончательный счет 6-2. Сразу после окончания матча толпы болельщиков выдвинулись на центральные улицы города. Жителям еще долгое время не давали уснуть скандирование «Россия, Россия, и мы чемпионы». Сергей Пономарев, Вадим Лысов, Ярослав Квитко. Вести, Саратов.